пока на расслабоне, на чиле. О, кто-то плавать, по-моему, научился. Смотрите, какой смешной. Ух ты, пупс. Брончик-пумпунчик. Че, ребенок, ребенок. Уху-ху-ху-ху, Брун, подожди, я не могу говорить. Бруно, Брунчик, пожалуйста, что ты делаешь? Всем привет, меня зовут Вика Близ, и с вами Бруно. Сегодня мы с нашим ежиком, который куда-то сегодня вечно ползет, будем купаться в водичке. Мы будем купаться, да, ежиков моют, и они даже очень хорошо плавают, и они не боятся воду. Посмотрим реакцию Бруно, как он будет себя вести. А еще я добавлю в воду череду, это такая травка успокаивающая, потому что у него лезут иголочки, и чтобы ему было гораздо комфортнее. Ну что, первый раз опускаю воду. Брунчика, тебя хоть раз купали? Не купали? О, ты уже наполовину в воде, ты в курсе, Брунчик? Тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно, ты чего мордочкой в воду нам не надо? Не переживай, все хорошо, малыш. Такой типа опаны. А давай-ка его попробуем вот так сделать. Типа повез. Чу-чу-чу-чу. Бруно, ты что, плавать не умеешь? Ты ползать хорошо умеешь на руку. Я... Ты что воды нахлебываешься? Давай я тебе нос вытру. Маленький малыш жалуется, мне жалуется. Бруно вообще не умеет плавать. У нас Баттерс даже умеет плавать, а Бруно что-то совсем... Хотя, говорят, все ежики умеют плавать, и вообще беспроблемно. Так, ну что? Давай еще раз, малыш. Будем еще раз плавать. Маленький мой ребеночек. Так, давай мы вот так сделаем. Нормально? Так лучше? Ага, ага. Брунчик решил это, убежать. Я тебя поняла. Давай вот так будем плавать с тобой. Бруно, Бруно. Элис в шоке, что Бруно купается. Типа, что происходит? Почему это не я? Почему не меня купают? Так, давай я тебе вытру носик. Так, ты куда полез? Маленький мистер Иголочка. А? Малыш мой маленький. Еще за нами внимательно наблюдает Баттерс. Все, носик вытерли мы. Все, нормально, Брунчик? Давай, вот так тебя покупай. Вот так тебя повоем. Типа, ты такой активный. Вот он активный ёж. Активный, ты такой активный. Да что ж такое? Видишь, какой он скалолаз? Он скалолаз, Брунчик у нас скалолаз. Ты мыться не будешь? Ты мыться не собираешься? И плавать у меня не собираешься, да? Ты маленький. Вон какой ты молодец, Бруно. Ты молодец. Бруно, умничка. Смотрите, как он сидит спокойно в теплой водичке. Ты сейчас шлепнешься. Ты в курсе носиком опять? О, кто-то плавать, по-моему, научился. Уху-ху-ху-ху, Бруно. Только лови его, лови. Вообще не смотрит. Давай, я тебя вот так, давай, нормально, все, отпускаю, в другую сторону, Молодец, молодец, Бруно, ешь. Все, все, давай, я тебя вытираю. Смотрите, какой мокрый стал. Вон весь живот, какой ты голый, он же был беленьким, пушистеньким. Ой, сейчас все намокло. Давай, я тебя накрою, чтобы тебе не было холодно. Давай. А еще им щеточкой чистят иголочки, когда их моют, и надо использовать детское мыло. Я сегодня не буду чистить ему иголочки, это такое пробное. Я добавлю череды, потому что у него лезут иголочки, и эта травка будет успокаивать и заживлять ранки, откуда вылезают они. Я уже все заварила и добавляю все это в воду. Она такая прям коричневая. Вот он, мой маленький ежик, в череде купаться будет. Ой-ой-ой, молодец какой ты, молодец. Ощущение, как будто он был такой грязный, что вода пожелтела. Бруно, ты меньше барахтайся. Давай, я тебя держу. Видите, он мне доверяет. Сразу ко мне бежит, если что-то не нравится ему. Ой, ты какой еж. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, понял. Тихо-тихо-тихо-тихо. Иголочка,
маленькая иголочка, давай-ка вот так. Вот как, давай как в ТикТоке. Вот он, смотрите, какой смешной. Ух ты, пупс. Ой, ты мой маленький, маленький. Полез, 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 побежал. Во, все, кто плавать умеет? Он понял, что надо загибать носик. Вадим Орадеч плывет, плывет, Брунчик, плывет. Смотрите, какой молодец, еж. Я тебе помогу. Ох, ох, устал плавать. У нас сегодня не было бы бегового колеса ночью, потому что оно все обкакалось. Это пробковое покрытие, которое было, оно разъелось, когда начала я его мыть. Поэтому я заказала клеенку и буду ее приклеивать вместо этого пробкового покрытия. Подписывайтесь на меня в Instagram, чтобы увидеть, как я буду крафтить это беговое колесо. Видите, здесь чисто дерево. Когда ежиков купаете, их надо всегда сразу же засовывать в полотенце, чтобы им не было холодно. И вот видите, Бруно пригрелся сразу же после того, как я его достала с водички. Ё-мой маленький, ёж, ты чё засыпаешь у меня? Ты чё щипаешь? Элис тут вся расчихалась и захалась, что внимание всю ёжику, а не Элис. Хотя Элис всегда больше внимания всех. Бруно вытащил лапку. И смотрите, какой милошка. Смотрит на камеру, и иголочки двигаются. Причем он их опускает назад. То есть он в расслабленном состоянии. Такое ощущение, как будто Бруно понравилось купаться, потому что он такой довольный сидит. Он не активничает, не бегает, смотрите. Он как-то стал поспокойнее, стал меньше фырчать. И ему, знаете, вот такое лицо довольное было. Я редко вижу такое довольное лицо у Бруно. О, смотрите, какой пушистый становится. Смотрите, эти чего заешь? Он снова, он почти высох. Ты так быстро сохнешь. Всем бы так сохнуть, как Бруно, быстро. Ну что, давай еще раз? Он ко мне плывет в мою сторону всегда. Ну все, хватит тебя купать. Вот так посидишь еще, почилишь? Брунчик-пумпунчик. Че, ребенок, ребенок, ребенок такой, плывущий. Достаем тебя. Я засунула Бруно в пледик, потому что он уже суше, чем полотенце. И Бруно сейчас греется. Я сейчас ему даже немножечко накрою его сверху иголочки, чтобы ему было потеплее. Самое главное, чтобы ежик не переохладился и быстренько так высох, и ему не было холодно. Вот мой маленький еж спрятался. Видите, даже носик свой спрятал, чтобы было теплее. Некоторые ежики очень любят плавать. И я думала, что Бруно тоже понравится, но это был первый раз. Возможно, поэтому он немножко напугался в самом начале. Потом он понял, как нужно плавать. И вообще, после ему даже очень понравилось, у него было довольное лицо. Еще мы хотим Бруно придумать какой-нибудь другой бассейн, где бы он плавал, чтобы ему было гораздо комфортнее, и купить надувной маленький круг. Я много видела фотографий, где ежики плавают по воде даже в прудах, на этих надувных кругах малюсеньких, и чувствуют себя очень хорошо. И я вот думаю попробовать так сделать, только не в пруду, конечно же, в самом начале, а в бассейне. Баттер все это время сидела здесь, возле двери, и наблюдала, как мы купали Бруно. Обратите внимание на ее милые лапки, которые она скрестила, и лежит как милая дамочка-кошечка. Тут пришла Элис проверять Бруно, а он занимается своими делами. Иногда он на нее фырчит, когда она к нему пристает. Но сейчас, видите, ведет себя очень даже спокойно после плавательных процедур, да? И Элис сегодня поспокойнее себя ведет. До этого она как-то на него тявкала, не понимала вообще, что за питомец такой. И он даже вытащил, видите, мордочку и смотрит на нее. Элис в шоке. Ну вот, началось, давай не будем мы так делать, ты его так пугаешь, Элис. А еще у него есть белая очень иголочка, она находится вот тут. И она очень сильно выделяется, и также у него по телу есть еще такие две иголочки, всего их три.
Ты пирожок, пирожок. Он держит верхней лапкой свою нижнюю лапку. Ой, какой Бруно смешной. Еще у него отросли еще длиннее когти, которые скоро надо будет стричь, и они стали белее. А до этого они были прям желтые. Где мой маленький пирожочек? Хвостик такой миленький у тебя. Где? Где маленький хвостик? У кого тут хвостик? У кого тут хвостик? Ой, эти лапки, лапки. Вот эту лапку давай потрогаю. Можно потрогаю твою лапочку? Такие черные лапки с коготочками. Они были прям желтые-желтые. Как будто тебе мазали их йодиком. Ты куда бежишь? Куда собрался? И он по мне бегает. Вчера он сидел у меня тут. Бруно сидит на мне. Сейчас будет либо спускаться, либо лезть на шею. Брунчик посматривает на Элис. А Элис на него. Он стал очень мягеньким. После купания у него как будто немного размокли иголочки. Ты решил к Элис пойти? Давайте посмотрим, как он будет спускаться. Какой аккуратный еж. Элис, ну давай, не будем мы так напористо знакомиться. Ежик понял и такой начал сматываться потихонечку. Сейчас толкает, чтобы пролезть. А Элис? Жулик, тебе лучше быть рядом со мной. Сейчас будет закапываться по-любому. Элис? Да, он пахнет по-другому, потому что он только что искупался. Ты зачем ему не даешь лежать? Такая, ушла. Ушла. Обычно она к нему прям пристает, а сейчас себя очень спокойно ведет. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, она себя хорошо ведет на камеру. Где? Где мой маленький ежик? У него тут просветик. Кожицу видно черненькую. И видно, как лезет маленькая-маленькая иголочка. Массажик колючками. Я решила сделать эксперимент. С одной стороны положила флисовый мешочек, его домик, и пледик. Давайте посмотрим, что он выберет, в какую сторону побежит. Так, я его ставлю ровно на середину. Вот. Это однозначно плед. И смотрите, он даже не фыркает больше на Элис, не прыгает. Спокойно просто за Элис, ну что это такое? Ну, что ты к ежику пристала? Раздел ежа. Элис хочет поиграть, но она не понимает, как играть с ежиком. А ежик просто спокойно потихонечку уходит туда, куда ему нужно. В сторону Элис пошел. Элис, ты как мячик прыгающий. Он нашел себе новое местечко, он знает, что туда можно спрятаться. У него иголочки как будто желейные. Он может куда угодно пролезть, просто стать тоненьким-тоненьким и так... Просто у него есть суперспособность, но он почему-то не стал лезть дальше. А нет, вот сейчас смотрите, он ищет более свободные места, где можно было бы пролезть. Бруно копает, копает, толкает, толкается, но может все-таки пролезет он. О, флисовый мешочек свой увидел. Пошел в него. Ку-ку, Бруно. Сейчас будут копать. Любитель копать. Мне кажется, что у него мордочка стала гораздо светлее, чем была до этого. А еще у него меняются иголочки, и они тоже могут либо посветлеть, либо потемнеть. Потому что они у него сейчас малышеские. У Бруно еще нужно убраться в клеточке. Так, я его отпускаю. И он, скорее всего, побежит сейчас к себе в домик. Либо в этот пледик. Я ему стираю пледики каждый день, поэтому у него на смену их несколько. Есть флисовый мешочек и домик. А нет, я думала, он пойдет кушать. А он вообще не понимает, что он хочет сам. Пошел в домик, все. Бруно стал писать в одно место. Это его уголочек. Здесь лежат и какашечки, и писюлечки его. Это угол чисто для этого. Раньше здесь стояло колесо. С этой стороны у него вода и еда. У него даже остался один червячок. Я думала, он лег спать. А он сейчас снова что-то делает. Мне кажется, он сейчас вылезет явно. Не знаю, что он хочет. Ты мой милый песик. Ты такой умный. Я тебя люблю. И Баттерс очень-очень люблю. Баттерс там до сих пор лежит в коридоре возле двери и наблюдает за нами. О, ты кто вылез? Ну вот. Ты зачем опять балуешься? Бруно все-таки вылез. Пошел, наверное, водичку пить.
либо кушать. Сейчас будет хрустеть, видимо. Проголодался после купания. Мне очень нравится, как Бруно хрустит. Такие милые звуки у него. Ему очень нравится этот кошачий корм. Он, кстати, для котят маленьких. И там жучки. А жучков я ему дам попозже. А ты в курсе, что у нашей Элис 30 тысяч подписчиков на канале «Пушистый геймер»? И я поздравляю Элис с 30 тысячами подписчиков. Она большая молодец и очень хорошо играет в игры. Сегодня мы впервые купали нашего ежика, поэтому, если вам нравятся такие видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И обязательно пишите в комментариях, какие видео вы еще хотите видеть на нашем канале с кошечкой Баттер, собачкой Элис и с Бруно ежиком. Ну а с вами была Вика Близ, всем пока-пока, я вас всех люблю.